каждым годом положение инвалидов России улучшается. Я это вижу по своим знакомым. К тому же я являюсь лицом фонда «Здоровый ребенок», это челюстно-лицевая хирургия. И я вижу даже по фонду своему, да, к которому я имею прямое отношение, даются деньги, да, и деньги выделяются, и идет продвижение. Появляются пандусы, я вижу это в автобусах, появляются пандусы, в подъездах появляются пандусы. Стало больше людей на улице на колясках не просто с протянутой рукой, а просто гуляющих по парку. Это очень приятно, и Россия, я думаю, молодец, что так делает, и правильно, что... Выделяем деньги. Я сами концертами какие-то суммы выделяю инвалидам. Ну, как могу, так помогу, как говорится.